Привет, народ! Наконец приехали ко мне клещи из Китая от Unit, да, компании, которая зарекомендовала себя давно. Кто смотрел, может быть, мои видео, видели, что у меня много продукции от этой компании. Очень хорошие вещи она делает. Итак, клещи. Продавец, ну, собственно, у Unit есть таких модификаций 5 штук. Общее название UT210, а дальше уже пошли буковки от А до Е. А – это самые простые, которые меряют тупо вообще ничего, просто ток меряют, переменку и все. И Е – это уже фактически мультиметр, который обладает там достаточно большим и мощным функционалом, как обыкновенный мультиметр. Но эта версия у меня вторая после самых простых, потому что она может, это UT210B, по-моему, да, она может мерить у нас переменный ток, напряжение и сопротивление не меряет, но при этом она, у нее функционал встроенный, у нее трой РМС есть. То есть она, кто знает, кто читал, то есть может мерить достаточно более точно. Ну, я думаю, надеюсь на это. Я, конечно, слабо верю в том, что китайцы правильный трой РМС сюда вставили, я знаю, что там несколько модификаций его, несколько принципов работы есть, как он работает. То есть, скорее всего, здесь самый простой. Ну да ладно, все равно работают отлично. За свои деньги отлично себя показывают. Цена практически отличается в два раза. То есть самые дешевые в районе $20 стоят, самые дорогие в районе $44. Итак, поехали. Коробочка картоненькая, плотненькая, как всегда, в цветах серо-красных. Все на китайском, в моем случае, потому что товар из Китая, 200 ампер максимум. Мерить может, на коробку больше смотреть нечего. В коробке я их уже, конечно, клещи уже пробовал, тестировал, поэтому они, возможно, чуть-чуть закаканы. В коробке у нас больше ничего нету, лежат непосредственно клещи, лежали, и пачка с инструкциями. Здесь у нас китайские наши друзья поклали дату изготовления, я так понимаю, все на китайском, о том, что это действительно, гарантийный талон, наверное, что это настоящий продукт. Инструкция на китайском вот так смята была, и инструкция на английском. Инструкцию я нашел на русском, если кому надо, я ее под видео, будет ссылка на облако, по которому вы сможете ее скачать. Сами клещи. Вот такие малыши, вот ладонь взял, да, вот они на ладонь, давайте могу вам даже померить их. То есть размер, чтобы вы понимали, в районе 160 миллиметров. То есть очень даже маленькие малышки такие. По толщине, сразу-то раз уж начал, габариты в самом толстом месте, они в районе 35 миллиметров. И по, что у нас тут, по высоте, вот если брать с кнопкой, да, с этой, то 60 миллиметров. В узком месте они буквально 50 миллиметров. Диаметр очка, в который мы будем просовывать провод для того, чтобы померить, 20 миллиметров в самом узком месте и где-то в районе 25, что-то там здесь. В общем, крупный мужской палец пролазит. Давайте о внешнем виде и о том, об них о всех поговорим. Самое главное, основное у них это, как это называется, забыл, грубо говоря, магнитопровод. Тут у нас все написано, что это 600 вольт, 300 вольт, да, тут 200 ампер максимум, то есть и все такое прочее. То есть сюда мы разжимаем. Кстати, да, не сказал еще, максимальное разжатие, если кому интересно будет, получается у нас 18 миллиметров. То есть вот это максимум, что мы можем разжать. Сзади у нас материал у нас классический, как для Unit приборов, красный в этой версии. Красные, прорезиненные, обрезиненный такой противоскользящий материал. Внутри серый пластик. Все питаются от трех батареечек на винтах. Все как надо. То есть крышечку не потеряем. Задний есть еще хлястик, в комплекте его не было, отверстие для темлячка, чтобы на руку повесить можно. Я им вообще не пользуюсь, сумки лежат и все. И, собственно, непосредственно органы управления вперед. Что у нас здесь встречает? Во-первых, экран, да, экран у нас 4 сегмента. Потом кнопки дополнительного функционала и колесо выбора режима работы. Сейчас я приближу вас, чтобы уже понятное было совсем. Итак, что мы можем мерить? Первое – это off. Второе –
предел до 2 ампер, третья до 20 ампер, до 200 ампер, как бы, ну, понятно, да, и НЦВ у него как фишечка встроенный индикатор беспроводной, ну, то есть мы можем куда-нибудь к напряжению подвести к стене, я часто очень пользуюсь вот этим, вот этой частью, и он начинает у нас пищать. То есть показывает, что у нас есть какое-то напряжение. Ну, дальше, когда будем опыты проводить с измерениями, я покажу. В внешнем виде поговорили. Сразу скажу вам о всех технических характеристиках. Максимальный ток, как вы поняли, до 200 ампер. Частота дискретизации, то есть 3 раза в секунду. То есть примерно, то есть он меняет изображение, но отображение на дисплее 3 раза в секунду. Так, потом... Заявлено, что он ударопрочный на 1 метр, то есть уронить надо его, можно его, рабочую температуру от 0 до 50, ну как бы такое все, да, у нас ничего военного нет. Так, класс точности, при 2 амперах разрешение 1 миллиампер, то есть максимум 1 миллиампер показывает, плюс-минус 4%. 200, на классе, на пределе 20 ампер 10 миллиампер, одна, ну деление, цена деления, класс точности 3%. И на 200 амперах 2,5, точность плюс 100 миллиампер у него каждое деление. И так, что дальше посмотрим, с чем дальше разберемся. А, вот еще про диапазон вот, работы беспроводного датчика. Точность измерения наведенного напряжения более 100 вольт. То есть, если мы подносим на расстояние меньше 10 миллиметров, то есть к проводу, и там есть потенциал в 100 вольт, если мы подносим, да, там есть потенциал 100 вольт, то у нас начинает пищать сигнал, и светодиод моргает. То есть, или что там, по-моему, светодиода тут даже нету. Экран моргает, наверное, да. Так, ну, давайте по непосредственно по самому функционалу. Поняли с колесом, да, что у нас предел, он переключает, что, вот на 2 ампера включаем, что мы видим на экране. Во-первых, у нас на экране... Еще ближе сделаю. На экране сразу у нас TRMS показывает. Да, это True RMS, да, означает, что у нас в режиме в True RMS переменка AC и, собственно, циферки на 2 амперах. То есть верхняя кнопочка синяя. Это у нас максимум-минимум, либо макс-минимум одновременно. То есть таким макаром. Выключить ее, как видите, не получается. То есть надо только их, грубо говоря, пересбросить. Потом, дальше у нас, что значит REL, то есть это кнопка относительного нуля, то есть если у нас, вот в данный момент у нас тока 0, нет тока, да, то есть мы можем мерить просто, брать и просто мерить, да, но если у нас есть какой-то ток, к примеру, 1 ампер уже проходит по цепи, и мы хотим какой-то там еще плюс, какой-то, какая-то нагрузка происходит, наброс, этот наброс вычислить, мы нажимаем кнопочку REL, и он этот 1 ампер принимает как 0. То есть мы начинаем, ну как бы, меряем именно разницу. То есть он не учитывает предыдущее измерение. То есть, в принципе, достаточно удобная функция. И последняя кнопочка, это кнопочка Hold. Hold у нас, ну, сами понимаете, это замораживание. То есть у нас какое-то измерение, нажали ее и все. Задержав кнопочку Hold, видите лампочку, если мы задержим, то у нас, сейчас вот я выключу свет, вот. Включается подсветка. Такая нежненькая, хорошая подсветка. Не яркая, но читабельно все. Так, также, в принципе, есть в инструкции, почитайте. Можно там несколько там зажимать кнопки, там какие-то всякие разные другие функции есть, функционал немножечко. Ну, как бы, основной функции есть, их достаточно. Также здесь есть еще индикатор у нас. Если мы вот, сейчас я включу его, вы увидите, вот здесь вот тут внизу. Батареечки, то есть когда у нас батарейка садится, у нас начинается, ну, загорается, это пора батареечки менять. Собственно, по функционалу все. Давайте попробуем сейчас что-нибудь померять. Итак, друзья, лампочка 20-ка, 20 ватт светодиодная. Я ее сейчас под стол положу и, собственно, включу, чтобы она света не давала. И я вот специально кусочек разделал, чтобы видно было. Опа, все, она загорелась у нас. Итак, провод, 20-ка лампочка. Тут тачок будет небольшой, по идее. Давайте попробуем померить. Накидываем клещи. Ну и вот у нас ток. Собственно, очень быстро начинает все замеряться. То есть, разжали у нас. 0. Зажали.
Сразу он нам показывает. Скажу сразу, мерил я, ну, как бы, не такие уж большие, до 200 ампер не мерил, конечно, но так, значения там, все значения показывают адекватные, достаточно точно. Что касается вот этого беспроводного режима измерения, то есть, вот я убрал, начинаю подносить, вот он уже на расстоянии, сейчас я отъеду, на расстоянии где-то, вот здесь, конечно, не точно. Иногда, конечно, он подбрехивает, но как бы там ни было, работает. То есть он пищит, видите, да, и, собственно, показывает у нас наше напряжение. Собственно, такие вот клещи мне, как электрику, они очень даже зашли. Маленькие, компактные, в сумке места много не занимают. Свою функцию выполняют на все 200%. То есть необходимо померить тачок, где-то накинул клещи, померил и все. Если вам не хочется тягать с собой еще, вот, как вот у меня, допустим, прибор, ссылочку я на него оставлю, вот, там, где там, в верхнем правом углу, да, для всяких там измерений, то можете купить сразу, чтобы было все в одном. Может быть, когда тогда покупал, но у меня опять же, чтобы одна была, двумя руками мог мерить все. Здесь же надо будет клещи вешать и два щупа в любом случае. Поэтому как бы я решил приобрести просто отдельно клещи. Собственно, ссылочка на этот товар будет в описании на AliExpress. Кому интересно, проходите, смотрите, изучайте. Инструкция на русском языке на такие клещи под видео. Всем спасибо. Пока.